Чтобы отпроситься пораньше с работы, нужна объективная причина, например, спорт. Но не просто фитнес, а командная игра в волейбол. Третий год подряд представители самарского бизнеса собираются на песке, чтобы провести турнир по пляжному волейболу. Тренируются по-честному, выкладываясь на полную. Конечно, сложно. Это работа в команде, в первую очередь. Да? Вот. И, ну, конечно, сложности были, потому что погода жаркая все-таки получилась. Да? Вот. И достойно, я считаю, достойно выступили. По сравнению с теми годами, уровень растет из года в год. 10 команд от предприятия и организации «Самары» боролись за первое место. Но, как водится, в спорте главное не победа, а участие. А в этом турнире еще и социальная нагрузка, благотворительная. Каждая фирма собрала средства, чтобы обеспечить спортивным инвентарем одну из самарских школ. Мы поддерживаем волейбольные школы, школы-интернаты. Вот сегодня пригласили школу номер 17, спортивную школу девочек, которые занимаются профессиональным волейболом. И на церемонии награждения подарим им профессиональные волейбольные мячи, как часть средств собирается на поддержку вот таких вот направлений. Почему эта популярность, этот вид спорта пользуется? Ну, потому что он доступный. Два столба, сетка, разметка. И все, играй на здоровье. Конечно, правила немножко другие здесь, пожестче, чем в классике. И площадка поменьше на метр. Турнир проходит при поддержке Федерации волейбола Самарской области. Спорт в регионе выходит на новый уровень. Открываются новые стадионы, строятся спортивные площадки. В 2018 году губернию ждет новое спортивное испытание – чемпионат мира по футболу. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.